Начнем давайте с такого главного, наверное, вопроса, который интересует последние дни из западных политиков и в Украине активно обсуждают. Это заявление Путина, что готов разместить ядерное тактическое оружие на Беларуси. Так вот, накануне Песков подтвердил, что негативная реакция Запада, которую мы, конечно же, увидели, не повлияет на планы Путина разместить вот это самое оружие в Беларуси. В Китае, кстати, комментируя заявление, вроде как недовольны. Я так понимаю, что, наверное, Путин об этом Си не сказал, когда они встречались. Вот если не остановит Запад, кто может остановить Путина? Может, Китай остановит или кто? Мне складывается впечатление в последнее время, что Путин сам тащится от собственной непредсказуемости. На самом деле, это очень плохое сыграет с ним шутку, ну, в конечном итоге. Я думаю, что финал будет печальный. Я думаю, что товарищ Си, он об этом ничего не сказал. Я думаю, что сейчас в Китае по этому поводу наверняка испытывают определенные проблемы. Потому что ведь Си должен объяснить своему окружению, о чем он туда ездил. Зачем он туда ездил. Это его первый визит, долгий визит, двухдневный. Этот визит должен был привести к какому-то иному качеству. Либо взаимоотношения с Россией. В пользу Китая, безусловно. Ну, это, можно сказать, что произошло до известной степени, но все-таки не до той степени, на которую рассчитывал товарищ Си. Товарищ Си рассчитывал, что Путин будет податливый, он будет более реалистичен, и он рассчитывал все-таки, что план, тот план мирный, который он предложил, а он начинает с пункта о территориальной целостности и независимости всех государств, вот он рассчитывал, что этот план пойдет. После его визита. И таким образом Китай, помимо того, что он наберет очков в международной политике, он решит свою проблему с Россией. Ну, как не проблема, а оформит свои отношения окончательно, как старший брат с Россией. Как мы видим, Путин, наверное, его кинул. Ну, в общем, визит я вижу, что он не удался, потому что Си тут же не успел он уехать, как тут же заявили о том, что они... выходит из проекта «Сила Сибири», больше не будут ничего там строить, делать, что больше ему газа не нужно. И вот Путин, ну даже не в ответ, а мы это ожидали, мы говорили с вами много раз, что нам всем, к сожалению, предстоит пережить ядерный шантаж. Я об этом говорил, вот вынужден повторять эти слова много раз. Потому что ничего у Путина, кроме ядерного шантажа, в запасе уже нет. Только это. Только это. И, конечно, сейчас будут внимательно наблюдать за любыми шевелениями Путина и российских ядерных сил. Понятно, что это шантаж. Понятно, что никакой разницы нет, где находится это ядерное оружие. В Ростовской области, в Брянской, там еще где-то. Это исключительно шантаж, это исключительно политическое давление, это исключительно попытка показать себя абсолютно безумным, абсолютно отвязанным человеком, лидером, я про Путина имею в виду, и говорю. И вот эта проблема, которую мы с вами сейчас будем, с которой мы будем сталкиваться в самое ближайшее время. Да, я считаю, что сейчас в Китае думают, что делать в этой ситуации. Потому что мне кажется, ну, по логике, я, конечно, не могу там сейчас за Китай, за весь говорить, я не читаю китайскую прессу, к сожалению. Мне кажется, что вверху, в политической верхушке Китая, должно быть очень сильное раздражение по поводу поведения Путина. Какие действия, шаги они будут предпринимать, это другой вопрос. Но то, что я полагаю, что Си трудно объяснить политическому руководству Китая, почему такие печальные итоги его визита, это тоже для него большая проблема. Ведь это его первый визит, напоминаю, после... так сказать, так называемым переизбранием на третий срок. И визит, похоже, что очень неудачный. Вот в Китае предупредили, что в ядерных войнах не может быть и победителей, поэтому понятно, что они недовольны. Также представительница Министерства иностранных дел Китая сказала, что, наверное, нужно делать упор на дипломатии, на мирном урегулировании
украинского конфликта, как они это называют. Но вот что здесь интересно, а не пытается ли сама Россия склонить Украину к тем же переговорам через этот шантаж? То есть я так понимаю, что они не склоняют Украину к тому, что давайте воевать, продолжать, а скорее всего Путин уже понимает, что он дальше не может, и шантажирует вот таким образом. Ну, проблема, мы все время говорим об одной и той же проблеме, мы вынуждены к ней возвращаться, повторяться. Я понимаю, что это, наверное, не очень интересно нашим зрителям, но все-таки мы должны понимать, что Путина задача одна – выжить. Вот сейчас он решает задачи собственного выживания. А его собственное выживание, как по общему убеждению, связано с тем, сумеет ли он свои, по первую очередь, элить. Я сейчас не говорю про народ. Народ там будет обманут, оболванен, поверят во что угодно. Те, кто не поверит, для тех есть там 1,5 миллиона жандармов, которые заставят поверить во все что угодно. Народ Путин не боится. Вот он, для него вопрос выживания – это как сделать так, чтобы его собственная элита, его окружение, его вертикаль власти убедилась в том, что они не смогут без него существовать дальше. Потому что, ну, мы с вами видели вот этот разговор, который состоялся между Иосифом Пригожиным и бывшим сенатором Ахмедов, да. Вот, он почему такой резонанс получил? Потому что он скрыл главную проблему. Это начинающийся серьезный раскол элит. И одни говорят на экранах одно, присягают Путину, а на самом деле все по-другому. И вот если он не продаст, уж извините за цинизм, вот что-то как победу свою, ему не жить. Они с ним сами разберутся. И вот этого он и боится. А для того, чтобы что-то выдать за победу, он должен хоть чего-то добиться в территориальных приобретениях. Отсюда его желание напугать весь мир, там, прибегнуть к ядерному шантажу, отсюда его страстное желание нападать там и наступать любой ценой, потому что если он уходит на границы даже бывшего, так сказать, разделения 23 февраля, это полное военное поражение Путина. При этом, мало того, что это военное поражение, все элиты остаются изгоями. Ну, вот мы с вами берем разговор там Пригожина, да, вот этого Иосифа Пригожина. И вот они там говорят, кто они, кем они были, кем они стали. И вот для них это самое страшное. Стать изгоями при всем том, что никакого, как говорится, никакой победы нет. И они, конечно, ему этого не простят. Это он тоже понимает. Отсюда вот эта вся истерика. Она опасная, кстати говоря, истерика. Поскольку мы видим, что даже братец Си, как мы там шутим, не сумел оказать на него должное влияние с точки зрения вот, запрета даже говорить о ядерном оружии. Вот тут проблема существует. И тут, конечно, нужно быть предельно внимательным. Да, конечно, разведка сейчас обеспечивает полный технический и агентурный контроль. Конечно, они знают все, что происходит в Кремле. Они понимают, что происходит вокруг Путина. У них для этого нет проблем с информацией. Но все-таки мы должны понимать, что страной руководит Россия, ядерная держава, безумный человек. Человек, отчаянно пытающийся выжить, сохранить собственную шкуру. Сохранить шкуру может только сохранив власть. И в этом безумии он начинает прибегать к самым опасным способам, это вот ядерному шантажу. По крайней мере, он заявляет об этом. Ядерное оружие будет в Беларуси. Ну, смысл понятно, что в этом никакого нет, ни тактического, ни стратегического, ни реального смысла. Но тем не менее мы видим, что он начинает говорить о применении или перемещении ядерных средств. Это вот самое неприятное, что сейчас есть на этом этапе войны. Я пока не вижу выхода из этой ситуации, потому что не победить Путина сейчас нельзя. Если Путин не побежден, он остается в Кремле, он готовит страну к новой ядерной войне. К новой войне, запятая ядерной войне. Вот. И это главная угроза мировой цивилизации на сегодняшний день. И если сейчас мир не побеждает Путина на территории Украины в этой войне, то мы получаем страшную опасность на ближайшее самое будущее. Когда мир начинает побеждать вместе с Украиной, безусловно, то возникает риск. Возникает риск вот этого политического безумия. Надо просто сейчас
мониторить тщательнейшим образом каждый путинский шаг, всю ситуацию, которая возникает в Кремле. Это единственная сейчас правильная задача, которую нужно решать всеми следствиями заслушанными. Еще одно заявление в этом же направлении сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он сказал, что Россия обладает уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и Соединенные Штаты Америки, в случае угрозы своему существованию. Но он не сказал, каким. Это он тоже намекал на ядерное оружие, то есть больше... Все, началась кампания ядерного шантажа. Она не то чтобы для нас новость. Они и раньше такие заявления делали, примерно схожие. Но сейчас, я думаю, что у них последний вот этот вот шанс, последний вот самый такой критический острый момент, когда они будут все больше и больше говорить о ядерном оружии. Будем надеяться, что это только слова.